Для любого коллектива юбилей – особая дата. В зале детского сада «Теремок» собрались работники, ветераны, коллеги и друзья, а также почетные гости, чтобы поздравить с 35-летием. У нас большой праздник. Праздник нашего самого родного, наверное, самого любимого детища – детский сад «Теремок». Я могу так сказать, потому что с первого дня здесь мы вырастили это, мы построили, мы создали. И у нас такой замечательный, хороший детский сад. С поздравлением к коллективу обратился депутат Смоленской областной думы Михаил Лосенко. Поздравляю, крепкого здоровья, счастья, любви. И сегодня вот дождь, а в народе как говорят, это идет, это богатство. Богатство. С праздником, с юбилеем. От святых студий. Глава города Андрей Шубин зачитал поздравительный адрес. Благодаря вашему профессионализму, добросовестному труду, умению видеть в каждом ребенке искорку таланта, детский сад «Теремок» уверенно осваивает инновационные процессы в образовании, пользуется заслуженным авторитетом у коллег и родительской общественности нашего города. Андрей Николаевич вручил коллективу подарочный сертификат, а также именные почетные грамоты работникам и ветеранам педагогического труда. Все гости пришли на праздник с подарками. В адрес именинников звучали слова поздравлений от коллег и друзей. Особенным подарком на празднике были концертные номера детских творческих коллективов.